Всем привет! Меня зовут Карина, и я являюсь сердцем проекта House of My Dreams. Сегодня я хочу вам показать наш дом, где живем мы и наши животные. Вы можете приехать к нам в гости. Пойдемте скорее, я вам все покажу. Удивительно, насколько, казалось бы, просто дом может сочетать в себе красоту и уют. Старинный английский дом начала 20 века, и вы можете увидеть это все своими глазами. Заходя в каждую из комнат, вы словно попадаете в музей. Энергию этого дома можно почувствовать сквозь экран. А за чашечкой горячего чая владельцы сами расскажут историю своей усадьбы. James David, you have just amazing house. I really love this place. Thank you. We love it. Can you tell me, please, do you have any story about this house? And the house was completed in 1908. It was built by this guy, James Lewis, and he had a shoe factory in Northampton. Shoe factory. Yeah. Daughter of this person. Oh yeah, bred Great Danes. She bred Great Danes. Yeah. Oh. Here, and she used to breed and sell Great Danes from here. And in the Но, конечно, это далеко не все, и мы с вами отправимся знакомиться с лошадками. У нас, кстати, теперь целый табун, ведь теперь мы House of My Dreams Hillcrest Stud Farm. А это значит, что мы стали заводчиками. И совсем скоро у нас появятся первые малышарики. Вы сможете увидеть работу с лошадьми на полной свободе. Узнаете, как они живут, тренируются и многое другое. Кроме лошадей, у нас есть пони, курочки, черепашки, попугай и даже свинки. Не говоря уже об огромном изобилии разных пород собак и голубоглазом коте. Приезжая к нам, вы отдохнете душой, ведь это место наполнено любовью и красотой природы, а лошади подарят совершенно новый опыт и незабываемые эмоции. Потому что только у нас вы сможете понаблюдать и побыть внутри табуна, чья жизнь максимально приближена к естественной среде их обитания. Ставь лайк и не забудь подписаться, чтобы обязательно посетить наш дом.